Так, сварил пельмешки, утром проснулся. Ну какой проснулся, меня разбудил. Сосед приехал. Говорит, вставай, говорит, уже 9 утра. Мы с ним кофе попили. Я ему посоветовал, где что будет клевать. Он уехал на эти лунки. Дальше бережок будет, Володь. Тут уже лучше идти вдоль вот этого берега, вот так вот. Вот. Туда нет, а вот сюда вот так вот. Потихонечку, потихонечку. Сколько уже? 4? Ну ты молодец! Вот напарник сел, показал ему бухточку. Сел напарник, 4 подряд вытащил окуня, таскает окуня. У меня не поклевки, главное. На что? А еще 5 берет? Ты смотри. Ну да, хорошо, хорошо. Давай, дави их. Пробуй. 4 штуки. Вот 5-я сейчас сошла. Окунь. Там поймал он одного. Здесь 2 пробурил, пусто. Это, а я только приехал к нему. Вот, тоже пробурился. Мне донки надо проверять. Ну хорошо, что ему. Хорошо, когда посоветуешь хорошее место, и оно работает. О, ну ты нашморгал-то! 3, 6 штук! С одной лунки, молодца! Молодца! Пол воды почти, да? Ага. Ну что, хорошо? К нам приехал, к нам приехал! Ну что, настрогал там окуней? Да не, не там. Не там? Не в том корыте. Не в том корыте. В это не помещается, да? Ух ты, какой у тебя корыт. Слушай, ну... Вон последний вот этот. Да отличный, да? Нет, это уже такой отличный. Смотри, какой сытенький. 11 штук. Вот показываю тебе место с утра. Надо было, надо было тебя в лес направить. Смотри, выловил всю рыбу. Пожалуйста, могу в лес. Молодец. Могу в лес. Я и в лесу, говорит, поймаю, да? Да. Отлично. Ну что, все, давай чайку. Ну погодка сегодня. Утро вроде было нормальное, все было благополучно. Потом поехал на озеро, был... Заряд снежный. Через полчаса прошло, солнце, небо ясное. И опять, смотрите, все занесло. Дождь идет. Просто дождь. Щукаря вытащил на удочку? Да. Слушай, я такого снял вот как раз вот на озере. На улице. Ну, чуть-чуть и побольше. И еще мормышка хуякала вот здесь. Ну и смотри, и окунята неплохие. Ну, так же на глубине, да? Ну, вот. Да. Здесь, там. Слушай, ну погода поменялась. Я говорю, я ложился вот отдохнуть в обед, 1:30, исключительно чистое небо. Ну что, было еще? Сижовка, кусок. Ой, то неплохо. Я вот здесь хоть надыбал этих живчиков. Ну-ка. Ну, пол ведра отменных окуней. Зашибись. Окунь очень красивый.